Так, всем привет, с вами с ключами. Так вот у меня получился стеклоподъемник электрический. Так у меня стоит кнопка. Согласен, сделано не очень аккуратно. Подсветка работает. Хорошо видно. Так, что у нас? Стеклоподъемник поднимается, опускается, все четко. Единственное, остается шум от самого стеклоподъемника, ну, тросикового стеклоподъемника, так как он сам остается на двери. Вот этот вот шум тросика, который бегает по роликам, он остается. А так все выглядит довольно-таки неплохо. Стоит, я тоже думаю, что неплохо. Никаких подрезаний, дырок, ничего не требуется, все остается как было. Вот и все. Еще раз туда-сюда прогоним. Опускается, как обычно, поэтому подальше не едет. Дальше стоят упоры на стекле. Это самое минимальное, что можно опустить стекло. Ну и поднимаем. Все, все четко. Никаких зазоров, ничего не остается. Работает как обычный стеклоподъемник, но уже электрический. Ну вот и все. Всем пока, удачи!